Можешь ли ты отличить добро от зла? Нет, нет, нет! Черт! Блядь! Здесь я не останусь. Что за... Может, попробовать прожечь насквозь? Лесли! Нет, не надо рисковать. Погоди. Кажется, я вижу еще один проход. Увидимся внизу. С ними хотя бы все в порядке. Только бы они не стали мне мешать. Рувик пытается подчинить его. Может, я смогу помешать?
точка. Я управляю им. Получилось. Ну ни хрена себе. Может, я смогу остановить Рувика? Лесли! Лесли, где ты? Вчера я снова посетил поместье Викториано. Я возлагал на него большие надежды, но оказалось, что этот сосуд выскребли до дна. Мёбиус забрал оттуда почти все ценное, когда мы сами взялись за исследование. Но, судя по записям Рубина, он работал над чем-то еще. Там были планы по строительству другого прототипа STEM. Данные об использовании рецепторов для беспроводной передачи мозговых сигналов пользователям без их ведома. По сути, это уже парапсихология, но если судить по чертежам и приведенным расчетам, такое действительно возможно. Как он собирался использовать подобное устройство? Есть лишь один способ выяснить это наверняка. Но такие эксперименты я должен проводить втайне от всех. Нельзя, чтобы они узнали. Иначе они у меня и это отберут.
Боже мой, сколько же их! Я создал этот мир. Сможешь меня удержать. Нет! Пожалуйста, не надо! Все хорошо. Теперь все будет хорошо. Надеюсь. Опасно. Скорее, сюда! Ah.
Все кончено? Надеюсь, эта уродина не вернется. Ради тебя, Лесли. Лесли может ехать домой? Ехать на поезде домой? Нет, Лесли. Не сегодня. Ты меня защитишь? Да. Это моя работа. Отлично, отлично, отлично. Когда я приду домой, они удивятся. Прекрати! Ты совершаешь ужасную ошибку. Ты не понимаешь. Ты не знаешь, чем он станет. Мы точно это знаем. Поэтому он нам и нужен. Ты не понимаешь, что задумал Рувик. Рувик мертв. Ему нужен Лесли. И нам тоже. Боишься его сильнее, чем нас. Не надо со мной так. У меня приказ. Я не должна отдать ему этого мальчика. Только Лесли он может. Не надо! Черт, нет! Черт! Он зашел слишком далеко. Я должна его остановить. Отвечай на вопросы. Чего ты боишься? Каковы твои страхи? Какие твои потребности можем удовлетворить только мы? Неужели ты хочешь тратить свою жизнь попусту? Неужели ты не благодарна нам? Мы приняли тебя в свой круг. Мы дали тебе новую жизнь. Зачем ты предаешь нас? Почему ты нас не поддерживаешь? Заткнись и уйди с дороги!
пациенты умирают при подключении к машине? На что вы намекаете, Хименес? После того, что вы сделали, все это, конечно, просто домыслы. Но, похоже, сознание Рубина оказалось как бы заключено внутри системы STEM. И он нападает на каждого, кто находится внутри. Это недопустимо. Нужно разобраться. Столько усилий, и все на смарку? Рувик, все это время он был внутри STEM. Что ж, меня он не получит. Но почему Лесли? Что в нем особенного? Лесли не всегда был таким. Кататония у него началась после того, что он пережил в детстве. Его родных убили у него на глазах. По моим данным, синхронизация с мозговыми волнами Рубина соответствует конкретной травме. А именно, утрате Рубином своих близких. Так не пойдет. Нам нужно что-то другое. Более приемлемое для массового пользователя. В систему STEM должен войти кто-то трезвомыслящий, способный нейтрализовать Рубина. То есть, Рувика. С моими познаниями о системе я мог бы принести... Ни в коем случае. Вы только усложните дело. Туда пойдет один из наших. Отправить туда неопытного человека? Мы даже не знаем, вернется ли он. Значит, это должен быть тот, кем можно пожертвовать. Кем можно пожертвовать? Вот значит как. А я вам верила. Ah!
Себастьян был здесь? Ладно, пора покончить с этим. Thank you.
очень разочарован, Кид. Такое простое задание, а ты все равно выделываешься. К счастью, у нас всегда есть запасной план. Не все то, что мы тебе даем, для твоего блага. Инъекция? Что вы мне ввели? Нужно было узнать, сможет ли кто-то выжить в системе. Но мы не собирались рисковать ценными людьми. Тебя отправили за тем, чтобы мы были с тобой. Поэтому вот он я. Нет. Это Рубик. Это все его рук дело. Чем ты все отвергаешь? Кого ты пытаешься спасти? Мир, которому на тебя наплевать? Здесь все и закончится. Скоро явятся за мной. Не знаю, каким образом они все узнали. Им известно даже про Лесли. Больше нет смысла ничего скрывать. Я войду в систему и вернусь из нее. Так я докажу, что наши труды были не напрасны. Я сумею убедить их, что старался не ради себя, все ради них, в их же интересах. Осталось лишь провести последнюю доводку. Как закончу, я подключу себя и Лесли к STEM и включу систему. Беспроводной сигнал должен охватить близлежащую территорию. Сочувствую тем, кому не повезет на ней оказаться. Но, как я всегда повторял, цель оправдывает средства. И тогда Мёбиус поймет, что я один из избранных. Рубин не более чем призрак. Это я их спаситель. Без меня у них ничего не получится.
отвечаешь на наши вопросы. Боишься? Страх — такая коварная вещь. Но именно в момент истинного страха людьми можно управлять. Их можно переделать. Стэм — это машина, в основе действия которой лежит страх. Жуткая штука. Но для нашей цели она идеальна. Ты будешь первым объектом. Ты подчинишься страху или умрешь. Ты станешь примером для всех. Лесли, стой, не заходи туда! Это я. Я подключена, как и все остальные. Надо выбираться отсюда. Себастьян, отойди от него! Себастьян, послушай меня. Остановись. У нас и у тебя одни и те же цели. Слушай, я все понял. Ты не просто детектив-новичок, а это не просто обычный парнишка. Ты убила Джозефа и стреляла в меня. Так что сейчас у меня достаточно причин, чтобы тебе не доверять. Ты хороший человек. Вот почему я... Хотя это уже не важно. Если ты знаешь, кто этот парнишка, тогда знаешь, почему его нельзя оставлять в живых. Херня. Это все Рувик. Это он его... Лесли, стой! Лесли! Нет! Все это не настоящее! Вы не настоящий! Это ты хочешь в это верить, но я ведь здесь. И я все время был с тобой. Этот мир — кошмар. Но я вас больше не боюсь. Это лишний раз доказывает, что ты ничего не понимаешь. Тебе следовало бы бояться. Ты в нашей власти. И ты знаешь, каковы последствия в случае провала. Мы не позволим тебе уйти. Ты уже исполнила свое предназначение. Этот мир — тюрьма, и ты в ней сгниешь. Пошел нахуй, с меня хватит! Я убью тебя прямо на месте! Thank you.
тебя выглядит этот мир. Сопротивляться нам, Кидман. Ты умрешь, Кид. Без жертв не бывает прогресса. Тебе не уйти! Что тебе не видеть наши достижения? Думаешь, сможешь убежать, но ты принадлежишь нам. Ты меня не знаешь. Я сильнее, чем тебе кажется. Веришь ли ты в себя?
Достаточно ли веришь, чтобы нести ответственность за свои действия? Какого черта? Агент Кидман, дальше действовать будем мы. Сколько времени прошло? 37 минут после первого импульса. Как мы здесь оказались? О чем ты говоришь? Минутку, мне нужно прийти Майра! В себя. Майра! Ты нам нужна! Ладно, но он хотел поговорить с тобой, как только ты вернешься. Майра. Они правы. Я не справилась. Но ты здесь ни при чем. Я обязана тебе. Добро пожаловать в реальный мир, Себастьян. Надеюсь, ты найдешь то, что искал. Этого оставь. И этих двоих. Они никуда не уйдут. Никто не уйдет.